ребята, всем доброе, предоброе утро. Мы с Ваней снова берем велосипеды. Мы продлили полный сегодняшний день и завтра еще полдня. Так что, да, мы решили, что, блин, на велосипедах это очень удобно добираться и до магазинов, и до достопримечательностей, и вообще велосипед это круто. Поэтому мы будем кататься на велосипедах. Да, одно место, пятая точка очень болит, но ничего. Это от непривычки. От непривычки. То она не болит. То пятая точка не болит. Согласна. Сегодня у нас опять шикарная погода. Нет ни облачка на небе, солнечно, тепло. Мы, конечно, да, он каждый день, каждые 10-15 минут меняется. Мы взяли с собой кофты на всякий случай. Вот, вдруг все-таки станет прохладно. Взяли с собой камеру. И сейчас будем отправляться в путь. И у нас запланировано сегодня поход, поездка и поход в музей Ван Гога. Но сначала, так как еще рано, а там, получается, билеты по времени, мы сначала поедем за кроликами, в общем, или зайцы. Здесь в Нидерландах продаются зайцы, знаете, у которых рот вот так вот крестиком, символом Нидерландов. И мы хотим в этот магазин, потому что везде продают, но мы хотим именно в официальный магазин. Ваня вчера нашел в интернете, где он. Поэтому мы сейчас туда направляемся. Нам на великах ехать минут, наверное, 15 туда. Взяли с собой воду, я лимон. Слушай, ветерок такой свежий. Свежий ветерок. Но не забывай, сейчас утро, в обед будет еще жарче. Да, как вчера было жарко. Вчера в обед было очень жарко, не забудь камеру. Еще нам нужно заехать купить какой-нибудь рюкзачок Ване, чтобы он мог убирать камеру. Потому что мой портфель, который у меня дома есть, он огромный для камеры. И было бы неудобно. Я думаю, сразу кофту надену. Я тоже думаю надеть кофту. Поехал. Мы доехали до магазина. В общем, вот этот кролик ну, в общем, вы поняли. Короче, эти классные кролики. Мы с вами взяли вот такую вот сладкую парочку в голландской одежде. Да, и матрос. Это же матрос? Я не знаю, кто это. Ну, типа того. Голландец. Да, голландцы. Вот. Мы хотели поснимать в магазине, но нас попросили не снимать, потому что нельзя снимать. Это запрещено авторским правом. Да. Но, смотрите, а я говорю, а если мы купим игрушки и заснимем? Она говорит, внутри нельзя снимать. Да, смотрите на вот это. Здесь очень много всего продается. Честно, я бы скупила все. Там еще одна витрина есть. А, ну ладно, это же на витрине. На витрине, значит, можно снимать? Наверное, да. Ну, значит, мы будем злыми. Смотри, тут даже есть связанные разные светильники. Короче, классные зайчики. Я не знаю, это зайчики или кролики? Мне наверное, кажется, зайчики. Зайчики, да? Или кролики. Зайчики. Ладно, подарок это куплено. Подарки самим себе куплены. Ну, еще один подарок. Еще один подарок. Купили. Куда едем? Да, в музей еще рано. У нас в 2 с лишним музей начало. А сейчас только 12. Там же рядышком еще есть один музей. Поехали, может, мы сможем. Моко. Да, может, мы в тот сможем зайти. Поехали. Ну, все. Тут велики припарковали. Совсем рядышком. Ой, жалко, что поснимать нам не дали. Так, мы сейчас приехали в музей Моко. Да? Да. Там можно где-нибудь кофе попить, если у нас сегодня не били. На испанском, так что супер.
Это документы, да? Микки Мауса с лицом и попой. Есть испанское такое слово «каракуро». Это оно прекрасно изображает. Кара, кара — это лицо, а куро — это попа. Каракуро. Человек стоит на коленях. Граммофон. Да. Пойдем к Карлику. Перевернутое яйцо. Видишь лицо? Глаза, рот, видишь? Я тоже. Самое главное, что мы увидели сердечко. Из пробки? Как пробковое? Только ты его сильно не это, а то оно пошатнулось. Будет прикольно, если завалю экскурсант. Людей, кстати, в этот музей много. Сегодня была выставка Банси, и все было с ним связано. Про его символику, значение, все-все-все. Ладно, выходим отсюда. Ава. Так, наши велики стоят? Стоят. Стоят, родненькие. Два штуки? Два штуки. Пойдем. Так, мы сели кофеек попить, как мы и говорили. В общем, взяли с вафельками. Вафли — это немецкие, да? Там вроде написано немецкие вафли. С малиновым джемом и со сливками. Хотя мы со сливками не хотели. Так получилось, так заказали. Там, кстати, блин, вид тут очень крутой, с этими домиками. Я конечно, думаю, что этот вид приедается, когда ты здесь живешь. А вот так вот, конечно, когда приезжаешь, он очень впечатляет. Круто, круто, круто. Тебе тоже, да? Мне тоже. Кстати, очень крутой тут, типа телефона. Да, типа планшетиков, мини-планшетов. Ну покажи его. В общем, здесь можно выбрать, какие у вас планы, выбираешь и аудиогуд. Аудиогуд. Все, пошли. Я думаю, сейчас будет интереснее, тем более мы можем теперь слушать, что там говорят. Да. Это будет очень, очень познавательно. Что с тобой выберем? А что там есть? А здесь у нас есть главное здание, свободный осмотр, посмотреть самые знаменитые картины, эксклюзивное крыло, Ван Гог и Япония. Я давай начнем с самых знаменитых картин, а потом уже будем свободный просмотр. Давай. В общем. Я согласна. Называется, здесь нельзя снимать именно картины и где картины находятся. Вот тут у нее есть небольшой холл. Мы попробуем снимать здесь, вроде никто ничего не говорит. Хотя нет, вот к нам сейчас подойдут. Да? Ну. Все, мы уже все посмотрели. Нас, конечно, не очень тактично попросили убрать камеру. Это было что-то с чем-то. Вот Ваня ее засунул. Но было очень неприятно. Потому что мы вышли, с наездом. Мы снимали вообще там, где не картина. То есть, ну ладно, в принципе, ничего страшного. Ну, мы ничего не смогли снять, потому что там везде есть люди, и даже люди, которые фотографировали. Из-под тяжка, да. И говорили. Ну, мы сейчас покажем один видосик. Очень классный. Видно хорошо? Видосик, да. Здесь показано наглядно, как учился
Ван Гог. А где брал вдохновение? Да, вот так. Там, по-моему, ничего не говорят, там чисто вот музыка идет. Да. Но наглядно все очень видно. Да, тут написано смелые контуры. Угу. Выражение диагонали. Тут тоже. Угу. Обрезанные. Как он, и Ван Гог тоже в своих картинах так делал. Оп, оп, и все. Вот это классно. Да, вот это вообще супер. Так наглядно показывают все. Высокий горизонт или его отсутствие. Вот это тоже очень прикольно. Смотрите, оп. Это вот так вот картина выглядит. Угу. И сейчас они... И вот, это тоже с крабом классно. Будь здорово. Спасибо. Все. Если вы здесь будете, обязательно берите аудиогида. На самом деле намного интересней с ним ходить, смотреть, рассматривать картины. Я думаю, если люди прям помешаны на Ван Гоге, они, наверное, всю эту информацию знают. Но если вот так вот прийти, много не вдаваться в подробности, с аудиогидом классно, там еще есть выписки из писем, то, что он когда писал эту картину, он написал своему брату письма, и что он думал там, что мысли по поводу, да. Ну да. Что, все, мы сейчас будем сдавать вот эти вот штуки и едем дальше. Да. Королевский дворец еще. Королевский дворец. Пойдем туда. Там площадь. Пошли посмотрим, прогуляемся. Слушай, Королевский дворец так внушающе выглядит. Смотри. Слушай, это наши украденные видео с Светхома. С Kinder Bueno, кексики, с Киткатом, со Сникерсом. Скорая. Разные напитки. Это тематика нашего канала. Идеальный магазинчик. Тарталетки. Обожаю тарталетки с заварным кремом. And macadamia nuts. Да. Там еще пончики. Вафли. Слишком
отдыха. Тут заметили одно прикольное местечко. Есть автомат с бургерами. И крокетами. То есть кидаешь деньги, и тебе открывается, и ты берешь бургер, когда ты хочешь. Да, там он человек их пополняет. А вот здесь, смотри, а это что? Тоже курочка. Курица и крокеты. Прикольно придумали. По крайней мере, я такого не видела. Да, я тоже не видел. Ребят, у нас сейчас ланч перед ужином. Мы сейчас немножко... Блин, эти мини-бургеры, я думала, они еще... Я тоже думал. Там было написано, что это мини-бургеры. Но как по мне, так в принципе обычный бургер. Да. Ну, очень красиво пахнет. Кстати, котлетки на гриле пожарены. Да? Мы прям сели на площади. Вот. Ну, вид здесь очень крутой. Сидим, наслаждаемся. И нам скоро ехать дальше. Дальше ехать на ужин на кораблике. Будет круто. Смотрите, мы, короче, тут катались около центрального вокзала. Есть туннель для велосипедов. И те, кто проедут на мотоцикле, здесь штраф. Поехали, посмотрим, что там. Поехали. Кстати, вот тут огромная, мы когда катались вчера, вот здесь вот огромная стоянка велосипедов. Прям просто она низкоэтажная, и там одни велики. Что, поехали, посмотрим, что там в туннеле? И за туннелем? Давай, я за тобой. Вон туда. Четвертый? Нет, два мить. Чумить. Вот этот? Какой-то. Нет, это 5B, нам 8. Мы уже идем, да? Принесли три по блюду. А я выбрала себе рыбную амания мясную. Мне принесли рыбу, а это у меня. В общем, будет, нам принесут в общей сложности три блюда. Да, всем приятного аппетита. Была еда и нет еды. But if you say your mother-in-law with you, they usually do it. How do you go there? Well, if you're in... On the left side of the tower, you see this white futuristic modern building that is the eye. The eye is the full... Я думаю, это что-то вроде гаспачо. Да, что-то похожее. Томатный суп. Классные чашечки. Похоже, как у нас. Похоже, как у нас дома, да. И идет такая вот слоеная спета с маковой. А вот вы смотрите, я кушаю, не знаю, какой. Теплый? Ну, так это наш суп. Это не гаспачо. Ну, горячий гаспачо. Тоже есть такое. Суп гаспачо есть. Ну, если его подогреть, он будет горячий. Нам принесли три блюда. И у меня это сальмон с... Мяско и какие-то... What you do, you know that all I think about is you. Say... You say.
Все, мы уже прибыли обратно в порт. Короче, мы очень круто так, поужинали. Было, это было так романтично. Да, так было классно. Очень круто. И, кстати, очень вкусно, что не странно. Да, довольно вкусно, несмотря на то, что все-таки еда была... Для туристов рассчитана на туристов. Для туристов, да, рассчитана. Не знаю, было очень даже хорошо. Нам с вами понравилось. Да. Так что, такой стоящий ужин. Вот. Мы на него, кстати, очень сильно рассчитывали, потому что это наш первый ужин. Да, полноценный. Да, потому что до этого мы вообще не ужинали. Угу. Мы сегодня специально, вот только у нас был ланч, один гамбургер, вы сами видели. Вот. И что еще? Что-то хотел сказать, и у меня вылетело из головы. Блин, не помню. Ты вспомнишь? А я не знаю, что ты хотел сказать. Ничего. Мы сейчас будем возвращаться в отель на велосипедах по ночному Амстердаму. Да, мы еще, кстати, не катались. Нет. По ночному нет никакого. Нет. Да, а, вспомнил про предложение. Да, я тоже только что хотела сказать. А, у меня рука онемела. Мы на этом кораблике проплывали мимо моста влюбленных. Под мостом. Под мостом влюбленных, да, обычно на этом мосту делают предложение. И, короче, мы проплывали под ним, и там мужчина сделал предложение своей девушке. Это было так романтично. Да, мы там специально остановились. В общем, да. Было очень круто. И там что-то говорил. И он такой встал на колено, и прям кольцо, и она ему сказала «да», и мы так все похлопали. Ну, было очень-очень здорово. Ужин очень романтичный и классный. Мне понравилось. Надеюсь, наши велосипеды стоят. Да, если их украдут, будет очень весело. Но не нам. Вам.